На Выгодной и Францево работает экскаватор. После прокладки тепловых сетей нужно срочно восстановить асфальтовое покрытие. Дорожники объясняют, что нет причин для беспокойства. Неудобства в движении автомобилей в скором времени завершатся. Эта дорога на сегодня уже проезжая, как вы видите. Камеры основные уже отсыпаны, можно проезжать, она открыта. Францево у нас сейчас асфальтируется на сегодняшний день. После этого зайдем сюда на асфальт. Во время прокладки тепловых сетей столкнулись со сложностями, которые вызвали небольшое отклонение от графика. Сейчас все позади, ремонт идет по плану. Данный участок, в принципе, только по Францево встретились трудности. То, что под асфальтным покрытием было бетонирование. Пока убрали бетон, потом уже перешли к прокладке труб тепловых сетей. На Выгодной, в принципе, сейчас на данный момент все трубопроводы уложены, тепловая камера построена. Проезд осуществляется. Работы на улицах Выгодная и Францево выполнены на 85%. После завершения строители планируют перейти на улицу Ушакова. Автомобилистов просят отнестись с пониманием. Через 28 числа мы приступим к прокладке тепловой сети, и на неделю дорога будет перекрыта. То есть была договоренность и разрешение получено администрации. Здесь заканчиваем работы, переходим на Ушакова. Все работы по благоустройству закончат до 15 октября. В целом в этом сезоне сотрудники предприятия тепловых сетей отремонтировали 5 дорог Уссурийска. В городе обновили большое количество объектов. А службой заказчика уже составлены планы на будущий год. В перечень работ вошли более 2 десятков участков путей. Николай Ларченко, Телемикс.